обрабатывает членомышленные семейные максимальные потенциал для роста, кроме того, она обладает максимальным синергетическим и мультипликативным эффектом для экономики. Во-вторых, что очень важно, мы считаем, что мы предлагаем не обсуждать сейчас национальную среду, поскольку в мире много примеров, когда экономики с недостаточно развитыми институтами росли максимально быстрыми темпами. Мы понимаем, что национальной средой нужно заниматься, но тем не менее считаем, что стратегия должна сосредоточиться на устранении тех факторов, которые мешают конкурентоспособности российской продукции, и без устранения этих факторов, в принципе, о быстрых темпах роста говорить не приходится. Как вы знаете, в прошлом году у нас обрабатывающая промышленность снизилась. В принципе, если посмотреть на перспективу с 2002 по 2015 год, то можно видеть, что